Сегодня 2 апреля. Посев льна. ФН 936 сеял Карапит 800С. Глубина до 4 сантиметров, но еще будет кататься, будет прикатывание завтра после завершения посева. Норма высева где-то 5 миллионов. А в весовом 25 килограмм. После прикатывания глубина будет до 3. Ну, до 2,5-3 сантиметров, но это вполне нормально. То есть семена попадут во влажный слой, то есть они будут во влажном слое, еще прикатаются, то есть уберется воздух, будет хороший контакт. И будет достаточно влаги для прорастания. Хотя относительно сейчас прохладно. Все же 2 апреля. Эта весна, она такая аномальная для этих мест. Обычно все происходит на 10 дней позже. Ну, если 10, даже 15 дней позже. Бывали случаи, когда не было осадков более поздний период. И в основном все росло, развивалось на влаге, которая была накоплена за осенний, зимний, весенний вот этот период. Поэтому и подстраховываемся, начинаем сев раньше, пока нет интенсивного испарения влаги, пока влага еще очень близка к поверхности почвы. И так далее. Плюс сеялки позволяют. Да и вообще, сколько я работаю, столько в целом так и поступаю. Если почва физически спелая, весной начинаем сеять. Независимо от того, прогрелась почва или нет. Но это я говорю про ранние яровые, зерновые. По гороху, конечно, мы немножко всегда отодвигали сроки сева по гороху, чечевице. Но в то же время начинали сеять где-то 6 апреля, бывало. Ну и сейчас возможно, что мы в эти же сроки и попадем. По сои, кукурузе, конечно, это обычно традиционные сроки после 20 апреля. И я думаю, что и в этом году они же будут, они будут не нарушены. Потому что влага в целом есть, участки, то есть на участках, на этих, на полях влага уже закрыта. Поэтому соя, кукуруза будет, думаю, сев после 20 апреля. Ну, может быть, где-то, может быть, что-то и пораньше. В зависимости, конечно, от ситуации, от тепла. Возможно, если будет тепло стабильное, и в прогнозах там на ближайшие 2-3 недели, пускай это условный прогноз,
будет стабильное тепло, конечно, можно будет сеять. И я думаю, не бояться. Так что вот так, 2 апреля.